повреждена. Всему персоналу немедленно эвакуироваться. Ну, началось. Так, аптечек у нас больше нет. Так. Нет, ну значит этот ключ как-то можно, наверное, ставить его туда. Давайте сходим в этот пистолет, на всякий случай. Заглянем еще. Еще раз. До лифта. Я помню, я как-то брал это, там суть того лифта, поднимаешься наверх или опускается, он там вниз, не помню. Базука там лежит. Вот, я помню, что я ее брал, когда вот раньше играл. Аптечек вообще нефть у нас. Это печально, очень печально. Давайте еще раз бегаем. Или еще не время, что-то туда. Потом дальше надо будет. Я не помню, честно. Попробуем сейчас. Считывающее устройство. А, карточка и вот эта нужна была. Я помню, что это было такое, да. Граната, отлично. Дверью, в ней есть узкая щель для пластиковых карточек. Вот. Вот куда нужно было ставить ключ. Отлично. Ракетница. Ракетная установка М-66. Старое, но грозное оружие. И оставим его на финального босса. Вам больше не нужна ключ-карта, выкиньте ее. Вот и друзья идут. А, ножик-то не взяли? Ну ладно. Ладно. Пойдем по трешаку. Отлично, аптечки.
Еще аптечка. Так. Все, здесь у нас больше ничего не лежит. Нигде. Для магнума патроны. Здорово. Это портативный радарный приемник. Взяли приемник. Крышка закрыта. Так. Я как бы рад, что крышка закрыта. Как крышку-то открыть? Ты все еще жива? Какая настойчивость! Николай? Прости, но отсюда тебе не сбежать. Так, поговорить с Николаем и ответить вертолету огнем. Давайте поговорим. Хочешь выбираться отсюда один. И это твой план. Я позаботился, чтобы никто из остальных наблюдателей не выжил. Мне могут заплатить намного больше. Если я единственный, кто знает, что на самом деле произошло. Тогда зачем убивать меня? Я не получаю у них зарплаты. Они хотят уничтожить тебя по каким-то своим соображениям. Сумма скромная, но после подтверждения факта твоей смерти можно требовать наград. Конечно, я буду скучать по тебе, но пришло время прощаться. Ты либо можешь достойно принять смерть, либо умереть с раскаянием. Выбор за тобой. Джилл, что случилось? Карлос, Николай приглашает нас в вертолет. Думаю, все кончено. Но я не хочу умирать в таком месте. Еще не все кончено. Я не сдаюсь, Джилл. У меня все еще есть шанс. И я не собираюсь сдаваться. Джилл! Наконец-то! Мы нашли способ выбраться отсюда! Сейчас! Внимание! Ракетная атака подтверждена. Ракетная атака подтверждена. Уровень тревоги Д. Всему персоналу немедленно эвакуироваться. Так, а куда Карлос-то убежал? На радаре появилась атомная ракета. Красная точка. Вот. Правительство хочет стереть Ракун Сити с лица земли. Нам нужно успеть убежать отсюда, во что бы то ни стало. Так. Давайте. Так. Выкидываем пистолет, он нам не нужен. И
Блин. Давайте-ка сделаем вот так. О, записка. Чуть не пропустил. Руководство по пользованию мусоросжигательной печью. Данная мусоросжигательная печь сжигает все, что присылают из лаборатории. Печь сжигает отходы, которые не могут быть уничтожены в виварии. В ней также есть теплогенератор, который снабжает энергией все предприятие. Часть энергии запасается в большом аккумуляторе, установленном под землей. Этот аккумулятор служит запасным источником энергии. Запасной источник энергии активируется, когда три элемента аварийной цепи помещены в их гнезда. Если система не задействовалась, автоматически ее можно включить вручную. Все ясно, понятно. Ух ты! Псанул. Бежать. Труп. Еще патроны для дробовика. Но, увы, некуда. Некуда положить. Так, что там все у нас трясется. Засекреченный фотоальбом. По-моему, еще рано использовать в бою этот меч Парацельса. Однако он может здорово помочь нам добыть вирус G, разработанный корпорацией Umbrella. Мощность пушки Гаусса удовлетворительна, но обратите внимание, что еще устранены еще не все неполадки. Отдел технологии, полковник Фрэнклин Харт. Отлично, у нас собраны все файлы. Вот. Теперь можно не париться. Здесь лежит тело спецназовца. Произошел взрыв, эта дверь не откроется. Вот у нас лежит тиран. Смертоносное биооружие. Umbrella. Устройство распределения энергии сейчас не работает. Труп члена отряда спецназначения США. Так, ладно, давайте к делу. Проверка системы. Проверка сигнализации. Предупреждение. Энергии недостаточно. Активируйте систему. Так, активируем систему. Ну, по порядку, по-моему. Линия подключена. Thank you.
у нас и мутированный Немезис. Так, так, так. Он медленный. А, кто? Он ползает по поверхностям. По всяким. Отлично. Линия подключена. Давайте-ка его сюда загоним. В этом месте притормаживает у нас. Давай, 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 давай. Линия подключена. Электромагнитная пушка активирована. Выполняется программа быстрой подзарядки. Подготовка к огню. Вот, а теперь супер. Оп. Загнать сюда. Ах ты козел. Ну, давай сюда ползи. Блин, на меня задело. Да чтоб тебя. Держи. Чё-то притормаживает вообще жестко. Можно было вообще только одну базуку оставлять и все. Живучий-то. Уничтожить монстра, игнорировать и эвакуироваться. Ну что, давайте добьем.
Вот и все. Наконец-то мы его одолели. Этого Немезиса. Все кончено, Карлос. О чем ты? Разве ты не слышишь? Это вертолет, и он прилетел за тобой. Но кто в нем? Как ты думаешь, кто может искать меня? Не имеет значения. Когда он приземлится, мы должны быть там. Спасибо, ты спас нас. Я не мог оставить вас умирать здесь. Это ты? Ну что, ты готова покончить со всем этим? Она летит. Да. Это конец. Ну все. Амбрелла за это поплатится. Мы наблюдаем сейчас самый трагический поворот событий. Похоже, президент и Совет Федерации вынесли вердикт об уничтожении всего Ракун-Сити. Президент и Совет Федерации сочли, что операция по полному уничтожению – это лучшее решение в этой экстремальной ситуации, и отдали команду начать ее. На основании этого решения Ракун-Сити был буквально стерт с лица земли. По последним данным, число погибших превысило 100 тысяч человек. Наши сердца скорбят по погибшим жителям Ракун-Сити. Ну вот и все, дорогие друзья. Ракун Сити стер с лица земли. Мы снова победили. Спасли в очередной раз мир. Но не полностью, еще целая серия впереди игр по Resident Evil. Вот. Ну, остальные дополнительные фишки ждите в бонусах. В бонус-видео. Моих, которые я буду делать. Всех благодарю за просмотр. Кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч, до новых прохождений. Всем пока.
Эпилог. Сбежав из города, Джилл решила присоединиться к Крису, однако она нашла только пустое убежище Криса. На полу лежал его нож, Джилл покинула это место, она твердо верила в то, что Крис еще жив, она будет искать его, пока не найдет, тогда они смогут справиться с корпорацией Umbrella.